найбільший в 60-х роках широкофюзеляжний літак в світі залишається найбільший грузовантажний літак Ан-22. Апогей конструкторської думки транспортного авіабудування Ан-124. І, до речі, не всі знають, що літак Ан-225 спроєктований також Олегом Костянтиновичем, наша легендарна мрія. Я считаю большой честью для компании «Прогресстех», группы компании «Прогресстех» быть представленным в музее, так как Киевский политехнический университет является альма-матером очень для многих выдающихся людей в области авиационного строительства. Офис компании «Прогресстех Украина» — это больше 900 инженеров на сегодняшний день, из которых порядка 350 выпускников Киевского политехнического института. Boeing 747, который узнают во всем мире, и до самой новой модели это 777, так называемый 777X или 777-9 модификация, 777-9. Эта модель знаменательна тем, замечательна тем, что это первая новая модель компании Boeing, в разработке которого принимали участие инженеры «Прогресстех Украины» и «Boeing Украина». Показываем свои успехи в создании легких двухместных самолетов. Здесь на стенде есть модели наших самолетов, вот. Есть детали, которые мы делаем для того, чтобы собирать наши самолеты. Ну, есть также информация о, допустим, мировых рекордах, которые были выполнены на наших самолетах.